Вот это чудесное счастье рыбника. Лисичка. Вот такая вот красавица. Вау! 28 июня 22 года. И вот мы снова в лесу. Дожди прошли хорошие. Ждем появления грибов. Начинаем искать. Сегодня 6 часов утра. Район станицы Калужской. Ну, вот такой маленький первый подарок. Сыроежечка. Посмотрим, что с ней. Ну, ой. Мокрая еще. Ну, вот такой дружочек. Немножко покушанный слизнями. Ну и что, будем искать. Итак, вперед по грибы. Представители лисичковых. Сама господа лисичка, госпожа. Вот она. Встречает нас в лесочке. Ну, если так аккуратненько посмотреть, единичные экземпляры присутствуют. Ну, красивые. Красивый грибочек. Вообще не сухой. Классный. Это радует. Продолжаем поиски. Рассеялся туман, низкие облака. Вышло солнышко. И стало совершенно веселее после дождя ночного. Лес мокрый. Подстилка мокрая. Но, наверное, надо все-таки время, чтобы гриб начал выходить. Отдельные встречаются. Массово и ценного гриба пока нет. Хорошего, съедобного гриба. Маховичок. Ну, правда, он уже уставший. Покрылся пленочкой, плесенью. Мягкий, поэтому мы его не трогаем. Пускай рассеивает свои споры. Вот, собрал немножко перечного груздя, десятка два. Отдельными местами прям семейками выскакивает. Утро прекрасное. Птички, солнце, роса. Красота. Ну вот, лес не может без сюрпризов. Вот такие два красавца молочая. Спрятались под веточкой. Хороший вкусный гриб. В жарёхе очень. Так что ищем, продолжаем. Лес непредсказуем. Говорят, что много грибов ничего не найдешь. А говорят, нету, что-то и попадает. Будем искать. Продолжаются сюрпризы. Вышли на бугорочек с лисичками. Ну вот приближу сейчас. Вот там лисичка, вот красавчики. Вон они, вот там лисички. Ну, на жареху, наверное, насобираем. Вырод. Вот еще такая семейка интересная. Что он собой представляет пока? Ну, слизняк его кушает. Вот он. Пластинки. Пластинчатая ножка. Упругая. Сверху как бы шампиньон молодой. Но не шампиньончик. Короче, вот такой молодой семеечкой растут. Пять грибочков. И вот такая интересная находка. Опенок без кольца. Отрываем. Вот такой он выглядит. Опеночек ножка к низу
сужающаяся и чернеющая. Съедобный грибочек. Ой, как птичи поют. Красивый грибочек. Такая семеечка. И вот такие красавчики. Когда набретаешь, просто счастье, удовольствие, потому что их не так много. И радуешься каждому грибочку. Вот такие у нас успехи. Вот олени рожки выскочили на стволике. Все лохматое, красивое. Но вы послушайте, как птицы заливаются. Красота. Вот такой трутовичок нашли на пропавшем стволе. Красивый. И молоденький. Но брать не будем. Котле мы на котлеты пока не готовы. Вот так. Так что сегодня тоже приключения были. Вот такой лес красивый. Вон оттуда снизу мы пришли. Вышли из леса. Закончилось надо короткое, но увлекательное путешествие. И вот такой у нас результат. Ассорти, можно сказать. Лисичка. Молочай, грусть перечный, маленькая семейка опенка летнего, или как он, без кольца. Ну ничего, нормальненько, на жареху, на супчик, на пирожки. Ой, а под пирожки, ну вообще. Все, до следующих встреч, пока. Сегодня 30 июня 22 года, и поиски грибов в районе станицы Эмеретинска. Тут пойма речки небольшой. И вот первая находка. Вот они, красавчики, лисички. Вот они такие красивые здесь, чудные. Вот такие вот. Уже взросленькие, симпатичные. Так, вон там я еще что-то вижу. Сейчас глянем. Ой, да тут под ведьмин круг. Точно. Вот. Вот отсюда начинается. И вот он кружочком. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Круг диаметром 3 метра. И вот по кругу вот это чудесное счастье рыбника. Лисичка. Вот такая вот красавица. Вот. И вот дальше. Вау! Поиски продолжаются. Но пока безрезультатно. Встретил двух местных женщин. Тоже с утра раннего ходили. На донышке набрали лисичек. В принципе, у меня уже такой же урожай. Ну, так для картинки. Вот такие желтенькие грибочки. Их даже руками трогать не хочется. Что от них ожидать? Одним им известно. Тонкая ножка, ярко-желтый. Вот такой грибочек.